1990 году, чтобы привлечь внимание общества к проблемам пожилых людей, Генеральная ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей. Ведь считается, что только вместе мы можем сделать жизнь тех, кому за 60, полноценной и здоровой. Непростая эпидемиологическая обстановка, связанная с коронавирусной инфекцией, заставила многих из нас задуматься о состоянии своего здоровья. Ведь, оказывается, даже незначительное недомогание может сыграть свою отрицательную роль в решающий момент болезни. Вирус особенно ударил по пожилым людям, ведь именно они наиболее уязвимы и беззащитны перед лицом новой напасти. И чаще всего это именно из-за хронических заболеваний. В пожилом возрасте очень важно регулярно контролировать состояние своего здоровья, даже если нет никаких новых жалоб, а самочувствие остается нормальным. По данным Всемирной организации здравоохранения, людьми пожилого возраста принято считать всех от 60 лет до 75. Именно с этого момента врачи рекомендуют проходить профилактическое обследование не реже, чем раз в год. Сделать это можно как в рамках стандартной программы диспансеризации, так и с привлечением по показаниям профильных специалистов. В пожилом возрасте повышен риск развития отдельных заболеваний, появления проблем со стороны сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, почек и печени. Болезнь всегда лучше предупредить, чем лечить. Кроме того, важен и психологический комфорт, который во многом зависит от родных и близких пожилого человека. При качественном медицинском контроле и благоприятной внешней обстановке пожилые мужчины и женщины долгое время могут оставаться активными и работоспособными. 1 октября в аптеках «Планета здоровья» пройдет тематический день с заботой о старшем поколении. Гостей ждут специальные предложения, акции на разные группы лекарств, в том числе для профилактики лечения сердечно-сосудистой системы, суставов, зрения и витамины. В эти дни в аптеках «Планета здоровья» пожилых людей ждут небольшие приятные подарки. От лица «Планета здоровья» хотела бы поздравить всех пожилых людей с праздником, пожелать им долгих лет жизни и крепкого здоровья. 1 октября в наших аптеках состоится тематический день. Вас ждут подарки, скидки, акции. Приходите, пожалуйста, к нам. «Планета здоровья» – аптечная сеть года по версии международной премии «Зеленый крест». Приглашает фармацевтов стать частью амбициозной команды в Москве, Петербурге, Сочи и 100 других городов России. Подробности по телефону 8 800 755 20 02.